Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я рада, что вы смотрите это видео. И да, у меня новый цвет волос. Но я сегодня не буду рассказывать про волосы, так как это видео все-таки про одежду. Я буду показывать вам вещи, которые появились у меня совершенно недавно, с примеркой. Ожидания и реальность. Будем сравнивать, как эти вещи выглядели на сайте, как они смотрятся на мне. И так получилось, что до окрашивания я сняла видео, где примеряю вещи, показываю их на себе. Потом быстро побежала в салон, сломя голову, перекрасила волосы, приехала домой, понимая, что мне нужно снимать для вас продолжение, а потом я поняла, что у меня другой цвет волос. В общем, будете смотреть меня сейчас как раз таки и сравнивать до и после мой предыдущий цвет волос и новый цвет волос. Все вещи, которые я сегодня покажу, будут с одного единственного сайта. Это сайт SL Ирина, сайт Ирины Слоневской. Я очень часто заказываю оттуда вещи, потому что мне импонирует ее стиль, мне подходит ее стиль. И я, наверное, уже раз 10-й или, может быть, 15-й заказываю оттуда вещички, и в этот раз у меня такие осенне-зимние вещи с примеркой. Я вам все сейчас обязательно покажу. И давайте начнем с платья, которое сейчас на мне. Это платье-свитер с красивым широким воротом. Это объемное платье. Его можно носить под высокие сапоги, под кожаные леггинсы, под ботфорды, как угодно можно обыграть, под гольфы, и мне кажется, оно прекрасно дополнит осенний образ. Мало того, что оно красивое, оно еще и супер теплое. Под мой рост 1,80 м я могу позволить себе не только как платье носить его, но и как свитерок объемный. Я решила не ограничиваться только белым цветом и заказала себе еще платье-свитерок с воротом широким в другом цвете. Я бы сказала, что этот цвет серо-коричневый. Такие свитера, платья, они актуальны. Классический цвет однотонный, не яркий, это либо белый, либо черный, либо нюдовый. Если у вас есть сапоги точно такого же цвета, то это вообще будет смотреться очень клево. Под юбку, без юбки, под лосины, под высокие сапоги. Если вы, как и я, любите выглядеть женственно, стильно, красиво, то это зимой вам явно необходимо платье. Трикотажное платье с узором, с горловиной, по фигуре. Я сейчас наблюдаю такую картину, что с моим новым цветом волос светлые вещи смотрятся намного выигрышнее, чем раньше, и прям такой контраст очень прикольный, кстати. Не зря я все это заказала. Практически такое же платье, как и белое, только графитовое, с узором. Это платье тоже трикотажное, по фигуре, подчеркивает все изгибы. И не только все наеденные круассаны мной, но не в этом дело. Мы прикроем все курткой. После белого отличный вариант. Я решила сразу заказать себе несколько оттенков, чтобы уже не бегать по магазинам, а сразу в одном месте все заказать, купить и носить в осенне-зимний период. Мне безумно понравилось качество у этого платья. Фурнитура вся золотая, как раз как мои серьги. Посмотрите, как идеально сочетается. Поясок, карманы есть на талии. И можно надевать его как тренч поверх одежды в холодный период. Либо просто отдельно, как платье. На этом же сайте я обнаружила красное вельветовое платье. Люблю красный цвет, вы уже знаете об этом. Они делали коллаборацию с Сашей Маркиной. И платье от Саши Маркиной. Знаете такую? Саша Маркина — это известный инстаграм-блогер. Платье очень-очень яркое, как вы можете заметить. Длина миди. Платье расклешенное от талии, смотрится классно, подчеркивает фигуру. В нем вы выглядите очень-очень стройной. Мне показалось это платье элегантным, выдержанным, в то же время женственным. И мне кажется, под бежевые туфельки, под золотистые туфельки будет смотреться идеально просто. Очень теплый и оригинальный сарафан, классический принт, гусиная лапка. Смотрится сарафан очень женственно, можно надевать под водолазки. Белую блузку, тонкий гольф, свитер, все что угодно. Можно как угодно обыграть сарафан.
под теплые колготы, с сапожками. И я вас уверяю, вы вообще не замерзнете этой зимой, потому что он мега теплый. Еще мне на сайте очень понравился спортивный костюм черного цвета с кружевом. Это кружево отстегивается, так что можно не бояться стирать этот костюмчик. Смотрится женственно. Можно носить этот костюм по отдельности, потому что здесь брюки со стрелочками, юбка. Хотела себе заказать теплую юбку и заказала. Юбка классическая, в клетку и теплая. Самое главное, что она теплая. Как я говорила, я люблю уютные вещи, в то же время стильные. И этот костюм невероятно уютный, приятный, тонкий. Как бы он теплый, но тонкий. Когда я утром отвожу дочку в детский сад, меня спортивные костюмы спасают. Если они еще милые, красивые, комфортные, то я вдвойне рада. Ну все, мои вещи закончились. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Все ссылки с описанием вещей будут под этим видео. Заглядывайте, смотрите цены. И напишите в комментариях, какое платье или какой наряд, по вашему мнению, мне больше всего подходит. Мне очень интересно почитать. Желаю вам самой лучшей, самой теплой зимы, комфортной, сказочной, красивой. Целую, пока-пока!